Меня Афган, конечно, коснулся исключительно положительно. Исключительно положительно. Несмотря на то, что и отец погиб, и на то, что я там без ног остался, но он сыграл исключительно положительную роль в моей жизни. Поэтому я Господу могу за это только благодарить. Он закалил ваш характер? У меня там стержень появился. До этого его не было. И именно прошла переоценка, так сказать, осмысления жизни, потому что там все время жизнь и смерть, как говорится, на пороге. Вот. И в такой ситуации человек много обдумывает, осмысливает. Тем более отец уже перед этим погиб, да. Важно было понять, а стоит ли оно того, вот, за что стоит жить и умирать. Да, и у меня даже песня есть, я потом себе задал вопрос. Уже в песне, да, что же я сумел понять, как ответить то, что сказать. Ну и дал ответ, да, за счастье ребятишек, пусть чужой страны ребятишек, стоит жить и умирать.